А вторая тема после онкологии. А у меня что-то пишет. Айфон в зале ожидания. Это что такое? Просмотреть, принять. Я не знаю, что такое. Все, все, Паша сделал. А вторая какая тема? Вторая тема чаще всего бывает все-таки у меня на консультациях. Чаще всего по психологии. Очень, ну вот сейчас поменьше было, наверное, вот месяца два подряд у меня очень много было ребят, которые очень трудно было им справиться с суицидом. Причем их родственники мне начинали писать, и мы с ними, кто соглашался, мы с ними работали. Это великолепные люди с огромным внутренним миром, которые просто не могут применить его здесь. Я от них тоже очень многому научилась. Да, вот суицид. Но если мы говорим о неедении, то по неедению, как правило, это не консультации больше, а это уже индивидуальное сопровождение. Ну вот, индивидуальное сопровождение, раскачка, когда человек начинает понимать, нужно это ему, не нужно это ему, как, что, ну вот какие... результаты, я не могу сказать, что кто-то перешел на неедение, да, поэтому это еще рано говорить, но могу сказать, что до 21 дня как бы ребята выходили, когда у них в своей копилочке был опыт, например, там 2, максимум 4 дня. Вот, доходили до 21 дня. Пока я большими результатами похвастаться не могу. Я не могу сказать, что кто-то прям уже совсем вышел, потому что я себя еще не совсем читаю, не едом. То есть я все-таки считаю, что у меня идут эти процессы, которым я, конечно, очень благодарна. Вот.